Примерно в половине 9 вечера дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех легковых машин произошло на пересечении улицы Колдаякова и Хамза. Столкновение произошло в тот момент, когда водитель ВАЗа 7 модели двигался по второстепенной полосе, не уступив при этом дорогу Volkswagen Passat. Удар пришелся на заднюю часть российской легковушки. На мокром асфальте справиться с управлением водитель «Жигули» не удалось. ВАЗ резко развернула и кинула на третьего участника ДТП «Мерседес». В результате аварии никто из людей не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Очевидцы говорят, что дорожно-транспортные происшествия на этом перекрестке происходят регулярно. Я живу в доме неподалеку, а здесь постоянно случаются аварии. За неделю по 2-3 ДТП. Посмотрите, здесь нет ни дорожных знаков, ни светофоров, ни лежащих полицейских. Куда мы только не обращались, но все безрезультатно. В Шымкенте сотрудники полиции за полчаса раскрыли преступление. Примерно в 8 часов вечера на пульт 102 поступило сообщение об угоне автомашины марки ВАЗ-21014 в микрорайоне Самал-3. По словам владельца авто, он решил подработать и взял по пути голосующего на дороге молодого человека. Перед тем, как поехать дальше, автовладелец решил забежать в магазин, забыв при этом ключи в машине. Выйдя из магазина, «Жигулей» уже и след простыл. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы установили местонахождение угнанного авто. Как оказалось, угонщик не стал укрываться от преследования и спокойно ужинал в одном из городских кафе. Нам удалось обнаружить угнанное авто, припаркованное у кафе по улице Аль-Фараби в микрорайоне Тельман. Подозреваемый в этот момент находился внутри заведения. Владелец авто сразу же опознал его. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в автоугоне взят под стражу. Проводится расследование. Ближе к полуночи дорожно-транспортное происшествие произошло возле рынка Самал по проспекту Руйскулова. Здесь столкнулись три автомобиля – Audi, ВАЗ и Mercedes. Я ехал со стороны Тельмана, передо мной шла десятка. И вдруг ВАЗ решил повернуть налево, хотя там разрешительного знака нет. В итоге я ударил российскую легковушку сзади. От столкновения ВАЗ кинул на встречную полосу движения, и удар пришелся на проезжающий мимо Мерседес. К счастью, никто из участников дорожного движения в этой аварии не пострадал. Автомашинам нанесен материальный ущерб. Степень вины автовладельцев установят полицейские.